Про времени суток давайте посмотрим, что у него к вам изменилось и изменилось ли. И вообще что-то было, да, на улице дождик, кудряшки. Что у него к вам изменилось? Девочки, расклад общий, за личным приходите в WhatsApp, номер телефона в описании к этому видео. Также один вопрос, если расклад не нужен, стоит всего 500 рублей. Диагностика негатива, девочки, на воске. Если что-то в жизни не ладится, что-то происходит странное, приходите, посмотрим. Также чистки, защиты и обряды. По обрядам задавайте вопросы тоже в WhatsApp, пожалуйста. Итак, давайте посмотрим, что у него к вам изменилось. Загадайте человека, притяните его. Что изменилось? Вижу, что человек, да, вашего поля. Человек может быть рабочий, на работе, я имею в виду, не рабочий, а на работе, да. Либо это человек, зависящий от вас, либо вы как-то способствуете тому, да, чтобы у человека были материальные блага. Здесь мне показан король мечей. Человек такого склада ума, острого, практичный, острый язык, человек может обижать, потому что человек, знаете, такой больше мыслит, да, он такой сел, там задумался, открыл, вот что-то вот такое вот. Скорее всего, может быть, еще вы с ним как-то контактируете, на самом деле человек более деловой, вы тоже женщина, которая делаете из воздуха деньги, скорее всего, может быть, еще и по работе, либо бизнес, либо что-то такое, да. Давайте посмотрим, что между вами. Между вами расстояние, девочки, расстояние между вами. Почему-то опять мне показывает расстояние, да, хоть вы можете работать вместе, либо где-то видеться, либо раньше у вас что-то было совместное. Здесь может также говорить и семья, девочки, да, могла бы быть, но сейчас какое-то расстояние. Да, сейчас, девчонки, между вами ничего нет, никакого контакта. Была какая-то башня, что-то между вами, как сказать, не то, что случилось, что-то между вами надломилось, вот как. Было какое-то либо непонимание, которое сошло на расстояние и сошло на то, что вы с друг другом категорически не хотите общаться. Между прочим, ни он с вами, ни вы с ним. Давайте посмотрим, что у него к вам изменилось. Отошел он от вас, да, совсем. И движение у него от вас. Что изменилось, девочки? Изменилось то, что не находит, не общается он больше, не хочет он с вами говорить. Вот бы, как я сказала, человек отошел от вас. Ему либо нечего сказать, либо... Все, что он говорит, вы не воспринимаете. Нету общения, нету того баланса, нету того взаимопонимания, вот как бы я сказала по этим картам. То есть человек отошел от вас, потому как он не видит общения с вами, вы его не слышите, как он думает, не понимаете, да? Что изменилось у него к вам? Да, девочки, все ваше общение, все ваши контакты. Понимаете, с вами он не чувствует себя значимым, он не чувствует себя триумфатором, он не чувствует себя... тем человеком, который бы мог все. Потерялось у него стремление для вас создавать что-то. Либо, может быть, у него его и не было. Вот так вот я скажу.
Все ушло как-то на задний план, ушло в прошлое. По Луне человек наверное, предпочел вас из друзей убрать во враги. Вот как бы я сказал. Он резко отрезал, резко принял это решение, что у вас как-то с ним ничего нет. Да, это решение какое-то резкое было, что почему-то не чувствует он к вам доверия. Нету доверия у него почему-то к вам. Да, человек отошел, знаете, ушел. По четверке мечей человек ушел. У него нет как будто бы энергии с вами вообще не спорить, не контактировать. Ничего нету. Вот о чем двойка мечей здесь еще говорит. Хотя раньше, да, человек готов был к вам нестись. По рыцарю жезлов он готов был, да, что-то делать. Ну, все-таки, конечно, не уж прям основательно, но готов. Вы его заводили сексуально, да, вы его привлекали все-таки. И по рыцарю Пентакли, да, мужчина готов был как-то, хоть и немножко как-то вкладываться, да, хоть и неспешно, но все-таки что-то там делал. Давайте еще посмотрим, что у него к вам изменилось. Вы перестали давать ему чувство превосходства. То есть он перестал с вами быть императором. Вот это он и говорит. Перестал. Перестал быть завоевателем. Вы абсолютно убрали его значимость. Обесценили, как он считает. Вы его обесценили. Поэтому человек и ушел. Больше вы ему не давали понять, что для вас он личность, та, которая главная. Ну, как мужчина, вы перестали его выделять. Вот как. И он перестал, да, проявляться, видимо, к вам. От этого у вас расход по разные углы получился. Давайте посмотрим, что у вас там изменилось к нему. Раз уж на то дело пошло пару карт. А вы устали, что он все время выбирает. Вы устали от постоянных его сомнений, от постоянного не выбора вас, от постоянных манипуляций. Вот как бы я сказала. Вы устали его ждать. Вы устали его ждать. Видимо, человек не всегда был с вами, да? Да, тут, скорее всего, человек мог, да, как-то от вас немножко закрываться. Вот. Ну, еще пару карт. Здесь, девочки, говорится об отношениях, да, вот почему все изменилось. Потому как человек был настроен к вам весело, он даже не предполагал чего-то большего, что касалось чувственной сферы. Это могли быть деньги, это могло быть какое, знаете, какая-то договоренность, может быть, бизнес, ну, что-то такое, девочки, но никак не чувственная сфера. Он не предполагал там жениться, либо сходиться, либо еще что-то. То есть человек пожучаш, да, здесь такой ребенок. Он игрался чувствами, не по порциям их выдавая, да. От этого, да, женщина перешла на сторону холода, на сторону льда. Как сказать, верховная жрица, да, женщина еще говорит о том, что вы, может быть, были тайной. Может быть, он хотел в вашей жизни иметь больше значения, чем вы в его. Вот. Тем более вы представляли для него ценность. И от неопределенности, да, которую мужчина вам давал, неопределенность по двойке Пентакли, девочки, да, человек, который, ну, никогда не знает, да, куда, в какую сторону ему двигаться, произошли изменения. От этого, да, и у него поменялись чувства к вам. То, что он перестал быть для вас главным мужчиной, да, которого вы превозносили раньше, а потом просто, так сказать, упал он в ваших глазах. От этого вот у него произошли изменения по чувствам. Давайте еще зададим вопросы. Все-таки где-то в глубине души любит ли человек?
спросила. Нет, девочки, здесь от вас ожидалось только не любовь совсем. Нет, здесь от вас ожидалось это ваша сила, ваш ум, ваши знания, ваше умение выстроить какую-то работу, либо получить блага с этой работы. Вы для него просто были как шанс на какую-то жизнь, да, на какую-то жизнь в изобилии. И все.